начальник дорожного надзора отдела ГИБДД МВД России по городу Перми, майор полиции Кадочников Вячеслав Вадимович. Значит, сегодня, 13 августа 2012 года, по улице Ленгасова в районе перекрестка Стокрева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Это автомашина ВАЗ-2107 и Kia Spectra. Значит, ВАЗ-2107 двигалась в сторону города, допустила выезд на полосу встречного движения, в результате чего 5 человек получили травмы смертельной тяжести. Все погибли. Это пассажиры одной машины? Значит, да. У нас, получается, 4 человека сидели в ВАЗ-2107, они все погибли, включая ребенка, которому 7 лет. И Kia Spectra, водитель тоже погиб. ВАЗ-2107 допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение. Данный участок уличной дорожной сети имеет 4 полосы движения. В настоящее время на нем производится замена дорожного покрытия. Именно в месте ДТП асфальтовое покрытие уложен верхний слой. Информационные дорожные знаки о производстве работ установлены в полном объеме. Вот какое ограничение скорости, известно ли, насколько превысили участие? В настоящее время проводится проверка. По результатам автотехнической экспертизы будут известны данные, кто с какой скоростью двигался, исходя из замеров тормозного следа юза Kia Spectra и, соответственно, из повреждений на автомашинах ВАЗ-2107 и самой Kia Spectra. Ограничение здесь какое на этом участке? В настоящее время данный участок ограничен дорожными знаками 3.24, 20 км в час. 20 км? Да. С двух сторон.